Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, также об умном шопинге. Сегодня я покажу вам свое видение минималистичной капсулы на лето. Это будет набор вещей, которые прекрасно между собой компонуются, сочетаются. На самом деле, с закрытыми глазами любую из показанных мной вещей вы сможете взять и закомпоновать с тем, что имеется, опять же, из этих же самых вещей. Преимущество состоит в том, что любые аксессуары вам подойдут. У меня здесь имеется сумка, имеется пояс, имеется также шляпа, но это все опционально. Обувь ко всем лукам, которые я покажу, вы можете подобрать любую. В моем случае это будут вот такие плоские, точнее сандалии на плоском ходу. Но сюда прекрасно подойдут также лодочки на высоком каблуке, и таким образом вы сможете сделать ваш наряд более торжественным и, скажем так, на выход более пригодным. И также подойдут белые кроссовки, которые я сама летом использую очень широко. То, что я вам покажу, для меня лично является вариацией именно городского гардероба на лето, когда температура достигает даже 30 градусов. Многим такой гардероб может показаться слишком закрытым, слишком плотным и тяжелым, а я лично летом в городе одеваюсь именно так. И самая главная часть в этом гардеробе, точнее в этой моей капсуле, это три футболки, либо три блузы. Черная, белая, а также любого яркого цвета, который вам прежде всего к лицу. Если вы хотите иметь более элегантную вариацию подобной капсулы, то, пожалуйста, замените футболки на хлопковые блузы. В моем случае белая футболка – это именно хлопковая блуза. Но вы также можете заменить футболки, а также хлопковые блузы на шелковые блузы, которые скроены как футболка, как, например, вот эта черная. Нам для этой капсулы понадобятся также две юбки. Одна яркого цвета, в моем случае это будет красная юбка, и одна светлого цвета, это может быть белый цвет, это может быть светло-голубой цвет, также светло-розовый, либо белый цвет. Единственное, что я бы сказала, осторожно компоновать белый верх и белый низ. Но в случае с юбкой мы не рискуем быть похожими на маляра, поэтому, в общем-то, белая юбка и белый верх будут смотреться чаще всего хорошо. Я в эту коллекцию включила бы, но вам не буду показывать, потому что уже много раз об этом говорила, светлые брюки, которые перекочевали в эту минималистичную капсулу из минималистичной капсулы, которая была сформирована для весны. Также у меня имеется шляпа, за 10 евро я купила ее на рынке, но это, безусловно, вещь опциональна для тех, кому нравится носить шляпы, для тех, кому они идут, кто прежде всего в них себя комфортно чувствует. Сумка и пояс, как я уже сказала, по желанию, я хожу без сумки и также хожу без пояса, просто его сюда включила. Ну и также я думаю, что на лето очень многим будет удобно включить в свой гардероб, уже имеющийся во многих гардеробах, джинсовую куртку, а также льняной либо хлопковый пиджак. Если у вас нет ни того, ни другого, и вы затрудняетесь найти себе куртку, как было со мной много лет, я не могла себе найти джинсовую куртку, совершенно случайно ее встретила в отделе Манго, в мужском отделе Манго. В качестве верхней одежды вам вполне подойдет самая обычная белая хлопковая рубашка, которая также имеется в гардеробе у многих. Ну что ж, поехали!